Всем привет! Вы на канале «Иммиграция в Польшу», и тема сегодняшнего видео – это обувь в Польше. И кому интересна эта тема, то давайте смотреть дальше. Итак, живя 2 года в Польше, мы уже покупали, конечно, много пар обуви. И у меня был такой не очень хороший опыт в приобретении обуви, у меня отклеивалась подошва. И видео об этом можете посмотреть в плейлисте «Жизнь в Польше», и кому интересно, можете обратить внимание на ту обувь, которую я там покупал и о которой обуви там говорил. Ну а сейчас почему я хотел раскрыть эту тему, потому что сейчас февраль месяц и подходит к концу, можно сказать, зимний период, и сейчас как раз время покупать зимнюю обувь. Да-да, обувь надо покупать зимнюю в конце зимы, а не в октябре месяце и в ноябре. Почему? Потому что сейчас происходят огромные скидки на эту обувь. И у нас есть такой магазин, который делает большие скидки на последнюю пару обуви. И сегодня я хотел вам показать на примере обуви, которая произведена в Германии. Сейчас я вам покажу, как называется этот бренд. Я первый раз встречаюсь с таким брендом, поэтому я читать не буду, как он называется, просто вам покажу. Ну, вот такая коробочка. И обратите внимание, сразу я хотел вам показать, что эта немецкая фирма выпускает в разные страны мира обувь. И здесь представлено две страны. Обратите внимание, Польша и Латвия. Так вот, смотрите, здесь эта обувь стоила 160 злотых. Или 44 евро для Латвии. Если это пересчитать в рубли, то получится около 3000. Ну, обратите внимание, за сколько мы эту обувь купили. 75% скидка. Обратите внимание, что здесь невозможно уже что-то так подыграть или обмануть человека, завысить цену, а потом ее снизить. Тут просто нереально, так невозможно, потому что идет наклейка, и на наклейке цена. И скидка 75%, и цена получается 39 злотых. Но обратите внимание, что в этом магазине еще есть такие карточки скидочные на уже приобретенную какую-то обувь или еще что-то. И у нас такая карточка была. И дочь, покупая эту обувь, она уже заплатила 27 злотых. То есть еще была скидка на вот эту скидку. 27 злотых – это 500 рублей. Мне стало интересно, какая же цена, например, в России на эту обувь? И продается ли эта обувь в России? Я зашел на интернет-сайт и посмотрел именно эту обувь, это именно этой фирмы. Ну и действительно, эта обувь стоит 3000 рублей. И сейчас как раз я вам хотел ее показать. Вот так она выглядит, такие сапожки, полусапожки, не знаю, как их назвать. Такие ботики. Очень оригинально выглядят. Покупали их только сегодня, и я вот вам решил их представить сразу же. Посмотрите, прошито. Так, поближе вам. Вот такая подошва. Хороший протектор такой. Будут не скользкие. Здесь они с мехом. Вот так. Ну, скорее всего, это, конечно, искусственный мех. Здесь такой материал на резиночке. Ну, так они выглядят. На российские рубли это 500 рублей. Напишите, как вы считаете, для такой обуви это нормальная цена или это очень дешево. Я 2 года уже в России не был и не знаю, какие сейчас там цены. И кто смотрит с России, пожалуйста, напишите, да, в комментариях, какие цены и на обувь, и немецкая обувь. Именно вот этой фирмы. Так что вот такие скидки, реальные скидки в Польше, в магазинах.
Поэтому зимнюю обувь нужно покупать в конце зимы. И кому понравилось это видео, и было оно для вас информативным таким, то поставьте лайк. Если вы еще не подписаны на канал и сейчас меня смотрите, то подпишись, пожалуйста. Мы хотим к концу года, чтобы на нашем канале уже было 20 тысяч подписчиков. Спасибо за просмотр и всем пока!